Это уже отходовый. Он матерный, я не хочу его рассказать. Ножом. Ашмуренным. Телефон в сковородке. Нет. Чем отличается обычный человек от нормального? Это вообще нормальный вопрос? Или обычный вопрос? Я не понял его. Почему в подъезде пахнет котами, а от кота не пахнет подъездом? Потому что подъезд не собирает запахи в других местах, как кот. За какие виды спорта ты болеешь? Футбол. Дота 2. Является ли каша в голове пищей для ума? Нет, потому что это уже отходы ума. Как эта женщина может от 1 килограмма конфет растолстеть на 5 килограмм? Где один, там второй. Тушенку из банки по этикетку ложкой положено ли вилкой? Ножом. Если к телефону ничего не прилипает, то как телефон приклеивают к сковородке? Телефон к сковородке? Знаете, я не понял этого вопроса, я обычно варю его. Какую еду ты терпеть не можешь? Любые морепродукты. Каким ты видишь себя в старости? Ашмуренным. Как ты относишься к религии? Индифферентно. Какая твоя самая лучшая черта? Я. Чем тебя можно успокоить? Бургером. Почему самолеты не делают из того же материала, что и черные ящики для них? Потому что будет слишком большой вес у него. Какой твой любимый анекдот? Он матерный, я не хочу его рассказать на камеру. Как едет машина? Крутится ли воздух внутри колес? Нет. Какого цвета хамелеон, когда он смотрит в зеркало? Он не маскируется. Почему балерины все время встают на носочки? Не проще ли было бы пригласить танцовщицу повыше ростом? Когда становишься на носочки, то у тебя ягодицы гораздо лучше выкачиваются и лучше видны.